Всем привет! Сегодня я еду в Трансильванию. Сейчас двигаюсь в сторону ЖД вокзала. Вот так выглядит метро. Скорее всего, Румыния — это только поставщик рабочих рук Евросоюз. Никаких дотаций они больше не получают. Было раньше, наверное, очень хорошо. Теперь здесь писаются, какаются. И на этих лентах уже явно несколько лет никто не ездил. Грустно. Так выглядит поезда в Румынии. Я выбрал первый класс. Билет обошелся 7 евро. Еду в Брасов, это Трансильвания, где жил Дракула. Теперь мне нужно добраться до города, городка Бран, доехать 15 минут до остановки, там уже автобус. Я приехал в Бран. Вот как раз замок Дракулы. Очень все так красиво выглядит. Завтра, кстати, я уезжаю в Польшу. Там прилетает в Варшаву огромная просто группа ребят из Кыргызстана, которые получили сначала визы польские через Женю. Билет стоит 10 евро. И багаж можно оставить в этом домике. Как раз ребята американские военные пришли посмотреть на графа Дракулу. Всем рекомендую сюда приехать. Энергетика такая прям. Виды, зелень, горы.